Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал Максимадзе, это рубрика «Мода на игру, когда сосед», на которой присылают подписчики или просто гости канала. И похоже, что сегодня нас ждут крутые моды. И первый из них называется «Когда сосед ремикс». Здесь мы видим коробку с зеленым динамитом и будильником. Болтающийся портрет Эндрю Сэма. Автор Мистер Геймс. Мод основан на миксе, путь возвращается и неудачном крутите. Илья Феофилов сделал его. Настроечки. Собственно говоря. Музыка играет. Собственно, тут музыка такая, что просто слышно море и чаек. Непонятно почему. Ну и фиг с ним, впрочем-то. И здесь всего лишь, к сожалению, один уровень. Маленькая стирка называется. Сет приобрел новое животное, миленькая хрюшка. Сет стирает вещи и кормит свинку. Что может быть плохого в том, что свинка рада, а соседу приятно? Ну, даже если так будет тут, как тут, можно ходить за спиной соседа. Ладно, пакости всего три. Ого, вот это заставка. Алло? Ой-ой, блин. Я же мог туда зайти, зачем я сюда нажал? Ну и ладно. Давайте еще раз. Ну, дом, кстати, выглядит очень круто. Мне нравится. Алло? Так, Вуди ходит как консольные версии. Картинка из «Привет, соседа». Альфа-версии старых еще. Ну, я так понял, это на телевизор. Под напряжение. Да. Да, это... О! Это сюда. А, прям тут лежит. Прикольно. Стоп, не в гостиной. Там сюда, в подвал. Я других вариантов не видел, кроме ствола вообще. Ну, дом реально классный выглядит, мне прям очень нравится. Но, к сожалению, уровень один, и как и с другими крутыми. О, сюда спрятаться можно. Офигеть. И как и многие такие же крутые моды, этот мод автор забросил. А, вот как ракета срабатывает. Такой вот модик. Спасибо, что поиграли в мод, когда сидели микс, будет скоро. Но автор мне сказал, что он забросил этот мод. К сожалению. Такой вот модик получился. Давайте поставим ему 5 из 5, то есть галочку. Такие крутые моды реально заслуживают такой оценки. Очень прикольно получилось. Ну что ж, переходим к следующему моду. И следующий мод называется «Когда соседа неудачный круиз», но это хардкорная версия.
Здесь у нас тоже анимированная картинка, но в таких вот цветах жутковатых. Так, для слабаков ограничение по времени. Мы сейчас посмотрим какое-то ограничение по времени, потому что, возможно, придется его... Сам пошел. Agent Creeper сделал его. И, короче, давайте на него посмотрим. Это неудачный круиз, просто версия хардкор. Стирание крови. Я вас поймал, незнакомец Каргив. Когда очнулся, то ты попал в какой-то незнакомый дом. И пришел тот незнакомец, который вас поймал. Он сказал: «Привет, Вуди, давно не виделись. Я Джерри». Почему Вуди с маленькой буквы написано? «Я вас поймал, чтобы я дал тебе миссию. Если ты пройдешь миссию, я тебя отпускаю. Если нет, то вас». Вуди соглашается на миссию. Молодец. Вот первая миссия. Ты должен идти на Катумбу и встретить дом 45. Ты должен достать Адамского заголового человека. Ну, удачи, короче, тебе и так далее. Тут звуки из Hello Neighbor. Во, только что. Ой-ой. О, жёг в лаве, а зашибись. Кстати, 2 минуты, мне кажется, это мало. Давайте уберем это. Хорошо, что здесь такая возможность есть. Иначе мы фиг это пройдем. Короче, сваливаем сразу сюда. Так, я помню, тут можно за спиной проскальзывать. В неудачном круизе можно было. Так. Нет, пока не будем это портить. Давай я просто спрячемся здесь. Ой. Он пытается стереть то, что он сам наделал. Зашибись просто. Ой, господи, ты, боже мой. Кстати, выйти тоже нельзя. Нажимаешь на escape, и не происходит ничего. Блин, ну ты открываешь ее, а. Давай быстрее делай свое дело. Все, сваливаем отсюда. Так, ну клеит на дверь по-любому. Взять краску надо. А, еще холодильник. Что-то есть. Она будет красить долго, так что у нас полно времени. Так, пора сваливать. Зачем нам шпилька, я тут вот не знаю. Во всяком случае, я не помню, что она пригодится для чего-то. Ну, я, наверное, не помню. Может быть, просто. Чикуно?
Так, ну и все, уровень прошли. Причем еще и на 100%. Так, ужасная ночь. Молодец, ты прошел эту миссию, но я дам еще пару заданий. Мне нужно, чтобы ты прошел две миссии, которые... Все две миссии. Ты должен пойти в дом номер 15. Там у дома соседа есть демон, который спали. Сед придет к тебе и будет... Ну ладно, увидимся на следующей миссии. И разбудите демона и соседа. Демона, значит. Вау, дождик. Ну, дождик. Капли, конечно, какие-то странные. Это миссия, где надо убегать от соседа. Походу. А вот тут уже посложнее, тут убрали дверь. А тут бежать некуда. По-моему. Ладно, давайте на балкон сбежим. Но что-то мне кажется, что этот уровень мы уже хрен пройдем, потому что тут некуда бежать. Вот так демон. И вот тоже этим надо открывать. Или нет? Там. Да блин, что такие звуки громкие, а? Обыскать сумку, да. Жесть какая, блин. О, да, это будет сложно. Давайте другой уровень. Давайте другой уровень. Это я не знаю, как проходить. Мясной ужин. Ну вот опять привет. Хоть ты смог пройти эту миссию, но остался еще одна миссия. Короче, номер дома 66, в котором произошло убийство хозяина этого дома. Маньяк живет здесь, ты должен опять достать его. Удачи. Понятно. Появились две убийцы, закрывайте двери и окна. Понятно. Здесь подвала не было, случайно? А, здесь он пока недоступен. А, отлично, сюда он пока не заходит. Это что сейчас было, бля? Черная дыра появилась и затянула его, но... А, вот, причина ножек, все понятно. Так, игра на паузу, потому что музыка-то где? Так, я так понимаю, вот это сюда.
Ну, других вариантов я просто не вижу. Открывай давай фигню эту долбаную. Перец, да, перец. О, ё-моё. Сюда? А вот и музыка возвращается. У меня такое чувство, что не слышно совсем. Давайте это сделаем потише. Хотя какой смысл делать потише, если остался всего один уровень? Ты думал, что я тебя отпущу? Не-не-не, я дьявол. И никогда никого не отпускаю. Если они сделали все миссии, ты пойдешь в дом 666, в котором живет тоже маньяк, которым... Тебя отправлю навсегда, и ты там умрешь. Он убил 75 человек, ё-моё. Ух, ё-моё, я чё-то не ожидал этого сейчас увидеть. Ай-яй-яй-яй-яй, пробежать отсюда. Блин, ну это как-то жутковато совсем уже. А вот подвал где. Ну здесь уже как-то на глаза немного давит даже. Я холодильник осматривал уже? А, нет. А нет, точнее да. Сироп, вызывающий. Это в сыр, что ли? Я просто подзабыл уже. Да, в сыр. Это я понял, что надо на портрет, но я просто не уверен, что его надо. Мобила. Звоним. А куда ты пошел? Это что это было? Боже. Ага, понятно. А, надо было фломастеры, наверное, в дневник выбрать. Давайте попробуем. Нет? Да, я уже это слышал, блин.
Что с дневником делать, не помню я что-то. Так, осталась еще пакость это одна. Это с дневником, но я не помню, что там надо с ним делать. Вот реально не помню. Но 81% это маловато для... Я помню, вроде фотографию надо подсунуть туда, но где ее взять надо? Я что-то не припомню. А, господи, все, вспомнил, вспомнил. Вот сюда надо. Фломастер. Только сейчас придется ждать, пока он уйдет. Ну и все, последняя пакость готова. Так, ну вот прошли. Второй уровень не прошли, потому что он какой-то слишком сложный. Но давайте поставим этому моду тоже галочку. Мне мод понравился. Жутковатый мод, но сделан очень-очень неплохо. Даже логотип классно выглядит. Ну что ж, ссылки на оба мода вот в описании. Всем спасибо за просмотр. С вас лайков, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.